можно начинать? Да, можно продолжать. Хорошо. Урок жизни от Олега Пражского. Я предложил тебе найти место, где мы могли бы отдохнуть вдвоем. Но ты нашла место, где ты можешь отдохнуть одна. Пиздуй. Спокойно пиздуй. Я где-нибудь отдохну без тебя. Ты спрашиваешь меня, буду ли я эти 5 дней переживать о тебе. Абсолютно не буду. Пиздуй. Потому что мы абсолютно нормальные, свободные люди. Это не мой урок. Это твой урок жизни. И я не могу тебя держать. Я не могу тебя отличать от эгоизма. И ты не есть моя собственность. Ты свободный человек. Человек, которого я люблю. И поэтому я тебе говорю спокойно. Пиздуй. Куда хочешь. На все 4 стороны. Если ты до сих пор не можешь отвыкнуть от того, что ты сегодня уже не одна, а нас двое, потому что мы вместе.